Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и если вы стоите, то лучше присядьте, потому что после просмотра данного видеоролика вы просто, ребята, будете в шоке, потому что я сегодня зашел на мой заброшенный аккаунт, и что же там было, вы даже не представляете. Я вам скажу только одно: цена моей ошибки больше 100 тысяч голды. Ну а теперь приятного просмотра, поехали! Ну а прямо сейчас, ребят, небольшая рекламная пауза, я буду рекламировать сам себя. Пацаны, по-братски, влепите лайк и подпишитесь на мой канал, потому что мало ли вы впервые, там, красная кнопочка, чтобы была серой, и обязательно лайк. Все, мужики, продолжаем. Ну и аккаунт, который я прямо сейчас зайду, ему уже целых 4 года. И что же там будет, вы просто будете в шоке. А история продаж, это просто что-то с чем-то. Все, ребята, погнали смотреть. Ну что же, ребята, я уже зашел на тот самый аккаунт, и сейчас вы просто будете в шоке. Первое, о чем я хочу сказать, это посмотрите на ID, какой же он старый, ID на двоечку. На двоечку начинается, просто представьте. Я только что зашел на аккаунт, и я, ребята, даже получил награду на этом аккаунте. Я получил тот самый Charm Giftbox. Так, ну что же, теперь вам показываю мой профиль. Вот тут, ребят, и начинается все самое-самое интересное. Как мы видим, в сезон номер 3 все по нулям. О, меня даже кто-то приглашает, друзья, обалдеть. В сезоне номер 2 все тоже по нулям. В сезоне номер 1 только. В сезоне номер 1 у меня есть лучшее звание Феникс. Я Синпень, ребята, я в союзнике даже не играл. КД у меня тогда было, еще раз, какой КД? КД 0.83, просто представьте, каким же я был нубом раньше. Не, ну я если честно, может быть, нуб, но раньше это просто было что-то с чем-то. Общая статистика 1.06. 2700 часов, это очень-очень много. И чтобы понимали, на этот аккаунт я не заходил очень-очень давно. Так, ребят, история матчей, все по нулям, все пусто. И сейчас самое-самое интересное. Это, ребята, клан. Я ж солидер в клане Киборги. Уже прошло сколько лет, сколько зим. Я даже не помню этот аккаунт. И прикиньте, солидерка. Я очень сильно рад по этому, ребята. Прожмите лайк, и, возможно, я вас приму в Киборги или маслята по блату. И, ребята, чтобы понимали, я могу кого-то кикнуть. Давайте мы никого кикнуть не будем, а то на меня тик-так обидится. Но я могу, например, взять вот так вот, нажать кнопочку выгнать, и пока-пока. Но я этого делать не буду. Конечно, ребят, у меня на этом аккаунте 300 из 300 друзей. Но сейчас самое-самое главное. Мы переходим в личное сообщение. А вот тут-то и начинается самый-самый трэш. Ну что же, подождите, мне писали сообщение 6 минут назад. Привет, как дела? Можно к вам в клан? Кикни Дипера, Годуэль. Добавь меня в друзья и в клан. Парень даже напишет, пожалуйста, такие наглые, блин. Пры. Тут парниша даже не удосужился написать слово привет. Привет, подписчик. Прикен, привет. Да привет, привет, привет. Тут вообще просто точка. Привет, раб. О, привет, раб, привет. Чел, можешь принять в клан? Я тебе так и задонил, он меня заскамил. Ну а теперь мы переходим к самому-самому интересному. Это инвентарь. Что же у меня тут есть? Раз, два, три. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, сколько у меня Origin боксов. Откуда? Откуда у меня Origin боксы? Не, я-то знаю откуда, но вы поймете позже. У меня даже есть Хэллоуин Чарм Пак. Обалдеть, не встать. Просто, ребята, посмотрите на этот инвентарь. И самое интересное, я же про все эти скины забыл. Я даже не знал, что мне все эти скины можно продать и получить кучу-кучу голды. Куча, ребята, рарочек. А где самое интересное? Где эти самые арканы? О-о-о. А вот теперь пошли арканы. Вот тот самый, ребят, Чарм Гифтбоксик. Давайте мы прямо сейчас применим, например, на Фамасик Фьюри, да? Ну, неплохой, неплохой. Мне, ребята, интереснее всего, есть ли у меня ножи. Потому что ножей у меня, походу, нема. Да, хрен ответа по ножам. А где мои ножи-то, ребят? Ё-моё! Так, нет, нет, нет ни одного ножа. Вы серьезно? Блин, ребят, у меня получается всего лишь 3 арканы. Зато у меня есть, ребята, очень много Origin боксов. И мы прямо сейчас их откроем. И помимо этого, я вам покажу еще кое-что очень интересное. Поэтому, ребята, если вы стоите, то лучше присядьте. Потому что сейчас вам станет плохо. Ну а прямо сейчас вы, ребята, скажете, что я просто психи сумасшедший, потому что если я зайду в историю продаж, то вы увидите вот это! Ну это, ребята, только начало. Да, я продавал Charm Хэллоуин паки по 288 голды. Я продавал M9 Bayonet Blue Blood за 1920 голды. Но это, ребят, не самое главное. Самое главное это вот это! Это я продавал Origin кейсы по 350 голды! По 350 голды, я неадекват.
Я просто неадекват, зачем я это делал, понимаете? В каком же я огромном минусе? Я еще продавал Кирголд за 63 тысячи голды, хоть сейчас я можно продать спокойно за 90. Я просто сумасшедший. Посмотрите, это не все, посмотри, как их много! Не-не-не, ребят, мне реально становится плохо. Я сколько голды потерял из-за вот этого. И скорее всего, ребята, с тех времен мне еще остались Origin боксы. То есть я купил Origin кейсочки и Origin боксы. Но, к сожалению, Origin кейсы я продал. И вы посмотрите. Я тут продал, ребята, штук, наверное, не знаю, штук 100, а то и штук 200. Я в огромном минусе, я потерял 200, а то и 300 тысяч голды. А может и полмиллион голды, кто его знает. Просто, ребята, посмотрите. Как же много голды я потерял. Вот-вот Хэллоуин свирпаки пошли. За 1200 голды продал. А сейчас они стоят по 3000 голды. Зачем я это сделал? Вы даже не представляете, насколько же это обидно. Если бы я просто знал, я бы этого никогда в жизни не допустил. Ребята, это просто до слез. В каком же я огромном минусе. Как же много, посмотрите. Как же много я всего продал по невыгодной цене. Я просто в шоке. Ну и конечно же, вы все у меня очень любите эксклюзив. Прямо сейчас Origin боксы никак и нигде получить нельзя, понимаете? Их даже нельзя купить на рынке. И я готов прямо сегодня ради этого видео их открыть. Но перед этим, ребят, такая небольшая разминочка. Мы откроем Хэллоуин чарпак. Давайте. Думаем про Аркану, думаем про Аркану, думаем про Аркану. Аркана, иди сюда, пожалуйста, 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 пожалуйста. Мне выпал эпики, ребят. Ну, как обычно, очень хорошая традиция, но ничего, я не расстраиваюсь, потому что, ребята, у меня еще очень много Origin боксов. И вы прекрасно понимаете, что если мне просто сейчас и будет КРТХ, в каком же я огромном буду плюсе? Вот мне, скажу честно, мне из боксов максимум один раз выпадал эпик. Или два раза. Ну, ни разу в жизни ни легендарка, ни аркана. И если прямо сегодня с этого легендарного, удаленного Origin бокса мне, ребята, выпадет легендарка или аркана, это будет просто что-то с чем-то. Ну что же, погнали. Я делал буст на ГРТХ, и я просто верю в чудо. Я просто верю в чудо. Мне выпадает. Ха-ха-ха-ха, понимаю. Ребят, кстати, я один заметил, что-то по FPS отмена. Давайте мы поставим 144 FPS, потому что, ребята, чтобы понимали, я так давно играл на этом аккаунте, что тогда было максимум 60 FPS. Просто представьте, насколько же это жестко. Ну что, ребят, поехали открывать следующий Orange Box. Я обратно делал буст раз, делал буст два. Просто хэштег в комментарии, Аркана, приди. Давайте, ребят, я закрою глаза. Я очень хочу, чтобы я, ну, не просто так просирал голду. Тут даже суть не в голде, тут суть в том, что это уникальные скины. Например, мне упал UMP 45 пиксель. Да, ребята, это анкомонка. Это дешманский скин. И знаете, сколько стоит анкомонка? И эта анкомонка стоит 0.43 голды из-за того, что это удаленная Origin коллекция. Я считаю, это очень-очень дорого. Учитывая то, что другие анкомонки стоят в 5, а то и в 6 раз дешевле. Окей, ребята, идемте дальше. Я открываю следующий Origin боксик. Ну что, ахалай-махавай, арканочку нам давай. Я понимаю, что с обычной кейсиков аркана не очень часто падают, а тут вообще... Ну, нормально, выпили пол голды. Пол голды тоже неплохо. Так, ребят, осталось ровно 4 попытки. Я очень сильно хочу верить в то, что мне повезет. Давайте прямо сейчас. Арканы, мои любимые родненькие, пожалуйста, придите, будьте вы людьми. Так, так, не, ну хотя бы что-то можно, кроме анкомонок. Так, мне выпала камонка. Ништяк, 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 ништяк. А сколько она стоит, как думаете, типа анкомонки стоят 0.40 голды? Ради интереса чекнем, сколько стоит камонка. А камонки стоят по 2 голды? По 2 голды, как же это дорого, я просто в шоке. Кстати, ребят, а мы можем сейчас сделать крафт? А давайте мы с вами сделаем крафт, а чё бы нет? Так, ребят, давайте крафтить, потому что у меня очень много дешевых скинов. Мы сейчас, короче, весь мой инвентарь перекрафтим и посмотрим, что же нам выпало. А вдруг я куплюсь? Кто его знает? Так, ребят, делаем крафтецкий. Блин, ребят, просто посмотрите, сколько у меня же камонок, инкомонок, а кэр-карбон выпал. Кстати, кэр-карбон очень крутой скин, я раньше с ним очень долго играл. Это же мой самый первый аккаунт, и раньше кэр-карбон был моим самым любимым скином. Так, ну ладно, ребят, давайте покрафтим немножко попозже. Нас еще ждут 3 боксика. Давайте, давайте. Опа! Хочу аркану. Не тянем резину. И мне выпадает. Ой, блин, аркана пролетела обидненько-то как. G20 пиксель камуфляж. Ништяк, не поганенько. Так, ребят. Хочу еще раз G20 на стиле КРТХ. Ай-яй-яй, М4 Тайгер. Но, кстати, М4 Тайгер тоже стоит нормально. Кажись, то ли 0.3, то ли 0.4 голды. Пожалуйста, Origin Box. Я тебя прошу, уродненький маленький. Дай мне аркану. Хочу аркану. Хочу аркану. Хочу аркану. Но мне выпадает не аркана, мне выпадает обратно же Гимпистер 5 пиксель. Но, ребят, ничего страшного. И, ребята, напоследок, прямо сейчас мы сделаем очень дорогой крафт. И надеюсь, мне будет легендарка с Origin коллекции. А! Блин, с саундтрековым двигом. Но тоже неплохо.
Ну что же, ребята, в принципе, на этом все. Обязательно проживите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Мне реально очень интересно посмотреть и почитать, а что бы вы сделали на моем месте, если бы узнали, что вы продали Origin кейсички, которые сейчас стоят по 3 кг голды, а вы их продали в 10 раз дешевле. Ну что же, ребята, обязательно подпишитесь.